Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Немножко неудачно я зашел, конечно, потому что через 45 минут у нас обновится неделя. Но попробуем что-нибудь урвать. Что считаешь? Защитите свою территорию. Воу. Пойдем защищать, а? Свою территорию. Да, я думаю, что надо защитить. Без ограничений. Так, что-то мне кажется, как-то громковато. Так, птеродаустра, спинтозух и птеродактиль. Ничего себе, ребята, птеродактили стали давать 26 уровня. С какого вдруг перепуга? Они равняются под меня, что ли? Наверное, так оно и есть. Ну что, против птеродаустра я возьму... Анкилодок, наверное, взять надо. Или же можно сделать вот так. Возьмем апатозавра. Плюс мы возьмем, например, диплотатора. И здесь возьмем уэрхозавра. Давай-ка посмотрим, кто здесь будет круче. Да, у меня атака-то, конечно, тут вообще детская, если честно. Поехали. Сейчас посмотрим, во что это все выльется. Меняет. Спинотозух. Ну ты видишь, да, что он вытворяет. Ну что, давай, диплотатор, выходи. Нам нужно с тобой сделать две атаки. Так, ну что, в топку его. 1428. Нам крышка, ребята, здесь. Да. Он же две атаки прописал мне, да, получается. Раз, два. Вот так вот сделаем. А как мы будем с птеродактилем воевать, я ума не приложу. Ну что, пора ушатывать этого хламона. Раз, два, три. Так, по-моему, так надо сделать. Проверим. Все правильно я подсчитал. Так, а сколько у нашего орхозавра? А, у него больше атаки. Все, все, я понял. Ну что, друзья, по-моему, мы здесь победили. Сейчас посмотрим. 6 на 4. 24. Да, нормально. Выносим его. Блин, и это только начало самое. А что дальше будет? А? Защити свою территорию, называется. Так, поехали. Смотрим. Глитронакс, бронемата и крутозавр. Значит, бронемата. Сколько ты у меня стоишь? 125. Мне даже не хватает его на откат взять. 3000. Да куда таких мощных-то? Ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Ну, возьму, наверное, нондагозавра. Здесь придется мне взять раджастегу и... Эдиуморфодона. Наверное, так, ребят. Другого варианта я просто здесь не вижу. Тут и так, смотри, 499 к атаке. Это он сейчас, я не знаю, кого он там возьмет. Кого он тут может взять, поменять? Крутозавра взял. Офигеть, у крутозавра атака, ребята. Как он такой раскладится, а? Здоровски просто, ничего лучше быть не могло. Я рискую. Посмотри, у него здесь бронемата еще есть. Он берет же его, да конечно его возьмет. Конечно же он возьмет именно бронемату. Слушай, ну мы в принципе, наверное, сейчас завалим. Но тут крутозавр вылазит, понимаешь, в чем дело? Тут вылазит крутозавр. Допустим. Так. Он одну очку здесь оставил на запас, так ведь? То есть мне вот так вот будет просто за глаза и за уши, да? Чтобы его бомбануть. Окей. И глитронакс выполз.
У него дофигища здоровья, конечно. Он все идет на слив. Ребят, полностью слился. Фу, а тут наша победа, скорее всего. О, да. Ну-ка. А что я тебе скажу, отлично сыграли. Просто великолепно. Но последний поединок, сам понимаешь, будет еще жестче. Как ты видишь, Гаргазух, Гиганоцефал и Мастодонозавр. Против Гаргазуха, наверное, сразу придется взять Птеродактиля. А вот против Гиганоцефала я даже не знаю, ребят, кого. Анкилодука? Или Спинораптора? Ну, давай возьму Спинораптора. А вот здесь... А здесь-то когда кого? Топилозавра? Блин, чуть-чуть нам не хватает, да? Ну, давай тогда я возьму Топилозавра. Не знаю, друзья, что получится у нас из этого всего, блин. Начну с бонуса. Он сейчас поменяется на вот этого ханорика, поверь мне. И атакует. Так, ну что, мы меняемся здесь. Блин, что сделать-то? Вот так я сделаю. Понятно, что... Так, ну мы выживаем, выживаем, ребят. Ну что, берем топиалозавра. Оу-оу-оу, какой топиалозавр? Или все-таки его возьмем? Ладно, возьмем его. Раз, раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Меняется. Так, мы выжили. Ну, а теперь начинается самое интересное. Выносим этого хлыща. Поехали. На-ка тебе. Так, выходит Гаргазух. Сливает все абсолютно подчистую, ребята. Все он слил подчистую. Так. Раз, два, три. Так, в топку его. И выползает мастодонзавр. Ну и все, по ходу дела, ребят. Погнали. Это ему не поможет. Красота? Конечно, красота. Все, мы свою территорию защитили. Так, дайте мне Легу, пожалуйста. Этот поединок достоин Леги. Лептоклей додали, ну ё-моё, ну что это? Что это за это? Несправедливость такая. У нас дрожь земли начался. Так, эволюционная борьба. Тут-то что еще? Ну, тут я уже не смогу ничего сделать. Так, дай-ка я быстренько попробую пройти ежедневки, которые у нас там накопились. Так, закончено. Это что такое у нас тут, ребят? Остров... А, островной поединок какой-то был. Так, ну что, принять сражение, сделку. Давай сделку быстренько завершим. Так, тропический бульвар. ДНК. Очки доверия. Нет, спасибо. Еда. Нет уж. 6000. 6 лямов монет на... Откуда вы такие, я не знаю, берете? Такие расценки-то, ёк-макарёк. На баксы.
Всего-то 30 баксов. Окей. Так, нам нужно использовать ускорение, собрать моды. Пойдем быстренько моды соберем. Давай, давай, Чарли, быстрее, время идет у нас. Сколько там? 20 минут в запасе, чтобы пройти все ежедневки. Так, устрашение. Берем. Так, не надо улетать, пожалуйста, игра. Это слабость. И редкий мод выпадает нам. Почему не пак, а? Так, ну это берсерк. Здесь мы забираем. Так, ускорение. Потратить еду. Кстати, у нас же, по-моему, если не ошибаюсь, очень много сидит. Ага, уйнозавр. Забрали. Так, следующий там кто у нас? Птерозавр? А, птеранодон. Так, давай еще одного поместить. И последний. Так, это кайвики. Помещаем. Так, слушай, я, наверное, знаешь, что сделаю? Стоит или баксы нам еще пригодятся. Так, ладно, теперь мы делаем ускорение. Вывести. Вот, допустим, вот так сделаем. Давай, 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 у меня каждая минута на счету. Так, первое ускорение прошло. Давай теперь второе. В хранилище, да, пускай будет там в хранилище. Что, все, чтобы завершили, нет? Завершили. Так, использовать, потратить еду. Ну, с едой тут, наверное, будет попроще. Подожди. Подожди, 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 у нас же есть... Найти его теперь нужно. Птеранодон же, птерозавр точнее. Птерозавр, так, 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 так. Где ты, где ты, где ты, вот он. Вот его я хотел прокачать. Блин, чуть-чуть не хватает, ребята, чтобы по полной его вкачать. Так, открыть наборы карточек. Наборы карточек? Что за наборы карточек, блин? Никак пока у меня не получится наборы карточек открыть. Совсем никак. Так, 3 PvP и... Понимаешь, если я сейчас это все сыграю, а у меня выбора нету. Что я буду ждать, что я не буду ждать. Ладно, пошел я, короче, ребята, на арену. Дрожь земли меня ждет. Тут как раз нам еще есть, будет с кем поиграть, потому что самые мощные, как говорится, мы уже отыграли. А вот тут еще в запасике у нас есть кое-что. Димитродона возьму, Птеранодона и, например, Кувазуха. Поехали. Ну, сейчас должно быть все легко и просто. Поначалу. Естественно, через полчаса, ребята, будет обновление. Я вот смотрю по часам. И неделя обновится, соответственно. И режимы обновятся. Так, скалозавр. Блин, сразу не вырубим, да? Жаль. Ну и что ты будешь делать? Ему вообще нет резона даже меняться, ребят. Ну и что он взял? Колоборинг, а и что он думает? Что он пупок вселенной, что ли? Я не пойму. Нет, конечно. На тебе, сейчас одного удара будет за глаза и за уши. Хлоп. И нет колоборинга. Явился, не запылился. Давно не виделись. Ваш ход, конечно, мой ход.
так, погуляй. Пеликанимимчик, родной мой, вкусненький, травоядненький. Сейчас мы тебя скушаем. Ням-ням-ням. Все, ребят. Замечательно. Ну что, отлично. Первый поединок всегда, ребята, легкий. Это, в принципе, как и везде. Как в Черепашках-ниндзя, как и в Драконы-всадники Олуха. Потому что это игра от той же компании. Так, и перелетаем мы с тобой в добытчиков. Так, добытчики. Ну, давай, посмотрим. Дали бы мне лучше бы пак. Мне нужно там 3 пака умудриться как-то. Или 150 бакинских бы дали бы. Но ведь нет, не дают. Так, ребят, ладно, прокручиваем рулетку эту. И поехали. Терезинозавр возьму, скафагната и, наверное, здесь будет велоцираптор мод 2. Прямо топчик. Давай, показывайте, что там у вас для меня припрятано. Я, наверное, слушай, если мы доллары с тобой сохраним, скорее всего, 2 площадки открою. Активирую. По 200 баксов за каждую. Аланочка. Давно Аланку я не видел, если честно. Ох, как давно я Аланку не видел. Давай, по хребтине. Когтями этими. А, хвостом. Так она 40 уровня. Понял. Так, наверное, возьмет сейчас пирораптора. Или ютараптора, как его там. Диплодок? Ничего себе. Он взял диплодока. Ну, это заведомо было глупо. Ну, давай, 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 диплодок. Делай, делай какие-то телодвижения. Что там замер-то? Да. Атаковать решил. Ну что же я могу тебе сказать? До свидания. Так, пирораптор. Атака вообще ни о чем, ребята. 60 всего лишь. Всего лишь 60. Ну, что я могу сказать? Тоже, наверное, до свидания, да? Так точно. И остается Аланка эта недобитая. Сейчас мы ее, друзья, быстренько добьем. Ох ты, ох ты, что творит? Ты посмотри, всю свою силу и гнев выпустил на велоцираптора. Было, конечно, забавно, теперь получай в ответку. Ну как, понравилась тебе Аланочка? Вот так вот скафагнатик устроил тебе, как говорится, карнавальную жизнь. Ну что, мы двигаемся дальше, ребята. Смотрим, на какую позицию. 8-я. Так, а по добыче нам выпадет... монетка. Не, чтобы саркозухчика мне поддать, а? Сколько, ребят, я уже вот играю, и сколько мне из рулетки выпадало что-то путнее. Вот ты можешь припомнить? Я буквально, наверное, по пальцам могу все это пересчитать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Возьмем тиранозавра мод 2, диплодотора и лабиринтозавр. То есть здесь нам не хватает только летающих. И как раз эти летающие будут против меня, я больше чем уверен. Нет, смотри-ка. Пирораптор, стегоцефал и пахицефалозавр. Ну что, погнали, вырубаем сразу же его, да? Окей. Так, выползает стегоцефал. Ну и что он сделает? Что ты сделаешь, стегоцефал? Скажи-ка мне на милость. Так. Кишка слаба на меня тут рыпаться. Ты смотри. Вот так, значит, да, ты решил? На тебе. Ну, где там у нас
пахицефалозавр. Вот он выполз. Здорово, чучело. 27, 27 атаки, 170 хп, ребят. На один удар он нам. По полной программе. Вот и все. Вот и нету пахицефалозавра. А мы с тобой двигаемся дальше. И заодно еще и на другую лигу должны, по идее, перейти. Да, мы уже на выживших сидим здесь. Ну что-нибудь дайте хоть. Еду. Просто кинули тебе хавчик в лицо и сказали: на, жуй, не обляпайся. Так, ну что, афиакамима возьму. Антаркопелта. Нет, давай-ка мы как-нибудь. Не надо. Наверное, вот так и вот так. Не знаю. Наверное, так будет нормально. Ну и что, никого нету? У-у-у, а что такие слабенькие-то? Чё-то... Как он такими мог дойти до такого ранга? Я не пойму. Просто не понимаю. Ладно, с удара в минус. Мне кажется, что как-то громковато. У меня аж уши уже заболели. Ну что ты там? Лазух. Все с ним понятно. Давай, до свидания. Ну и пеликаниптерикс. А, пеликанимим, точно. Пеликаниптерикс это... Это уже гибрид получается у нас. А это пеликанимим. Типа... Прородич пеликана, да? Это если он, типа, он решил простоять в защите и что-то мне в ответку сделать. Ой, парень, как ты глубоко ошибаешься. Неужели ты возьмешь 4 защиты? Нет. Тут он, ребята, сдулся. К счастью для нас. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда нас перекинут. Я думаю, где-нибудь там на место 70-е, 60-е, где-то в этих краях. 57-й даже, во как. Тут нам выпадет 24 тысячи монет. Лучше бы уж тогда бы дали бы 20 долларов. Ну что, продолжаем, ребят, продолжаем. Берем тогда Индоминуса, Анкилодока. Слушай, подожди, а почему я таких-то беру? У нас же там вроде бы не такие уж сильные противники. Уйнозавр, Карнораптор и Тропиоготор. По-моему, вот этого будет достаточно, мне кажется. Сейчас, конечно, посмотрим, кто тут против нас будет выступать. Соперник. Ты вообще, это что такое? Это детский сад какой-то на самом деле. Я не спорю, что они 30-го, там, 28-го уровня, но они обычные и редкие. Понимаешь? Этого вообще... Ой, я хотел вырубить. А взял, поставил на дополнительные очки. Ладно, фиг с ним. Понятное дело, что монолофозавр уже тут не желез. Что бы он тут уже не делал, ему не поможет. Давай я две атаки сделаю и посмотрим. Прикрываться он не стал. Майонгозавр, у которого 126 к атаке, а у меня 1242 хп. Вот и делаю отсюда его выводы. Давай, майонгозавр, не выпендривайся там. Так, да? Не вырубим, к сожалению, пока. Много защиты взял. Но
Ведь тебе этот парень не спасет. Ты даже можешь не надеяться. Ты сейчас серьезно? Ну и все. Goodbye. Причем хочу напомнить, что это у нас пеликани... Ой, уннозавр. Это травоядник. Так, ну тут-то ютараптор, конечно, победит. Потом от... Че? На что он сейчас рассчитывал, я не знаю, ребят. Но ему кранты. Вообще на изи разобрали. На изи. Так, ладно, все, потанцевал и хватит. Пошли дальше, посмотрим, что у нас там. Так, 57 место было, становится 33. И... Шиш тебе. Хавчик, только лишь хавчик мне дают. Ну что, я тогда возьму следующих. Стегоцератопс, Таникалагриус и Диплотатора. Слушай, а у нас Диплотаторов-то, по-моему, достаточно, да, чтобы сделать еще одну 40-го. По-моему, так. И надо будет еще заказать. Так, Нондогазавр, Аэротитан плюс Аланка. Фу. Это смешно смотреть на это все. Я представляю, да, вот эта женщина сидит сейчас такая, играет против меня. Скорее всего, это бабушка какого-нибудь внучка, который взял ее аккаунт и играет в Юрский мир через ее, естественно, аккаунт. Так, Аэротитан. У Аэротитана вообще здесь шансов нету, так же, как и у Аланки, по-моему, или Гац там. Ваш ход, конечно, мой ход. Раз, два, три. До свидули. Это, по-моему, Гац. А, нет, Аланка все-таки. 36 к атаке, ребята. Против 1410 хп. Ну, как ты думаешь? Давай, Аланка, не выпендривайся. Тут же всем давно понятно, что ты проиграешь. Окей. Такие глаза у него красные, ты заметил, да? Прям как эти, как рубинчики. Десятую позицию мы с тобой сейчас заняли. Так, выпадает нам... Ну почему 200 баксов не дают? Дают монеты и еду. Монету и еду. Все, ребят. Ладно, берем анкилодока, эндоминуса и... Эудиоморфодон. Поехали. Эндоминус. Блин, я же хотел вроде эндоминус вывести, но он дорого стоит. По-моему, там около 30 тысяч ДНК. Фига тут с удара просто. Диморфодон. Да тут не только диморфодон, тут вообще всех с удара будет выносить. Даже этого пирораптора. И это, кстати, анкилодок у нас тоже не имеет 30 уровня, как я посмотрю. Он до 26 прокачан только. Надо будет это запомнить. Так, ну что, в топку его. Ну и выходит стегоцефал. Он чем-то напоминает мне. Ну он как бы крокодил, да, но по гребню как будто как ящер. До свидания, ящерок. Вот и все. Вот и все, друзья. Так, кого мы будем сейчас брать, я ума не приложу. Вот и охотники. 10% лучших игроков.
Дайте мне что-нибудь. Да ёк-макарёк, ну. Я даже индоминуса, кстати, не успел испробовать. Взял его. Испробовать его не успел. Судя по всему, это, друзья, последний на сегодня поединок у нас. $418. Наверное, я все-таки потрачу. Открою две площадки. Бедерхан. Короче, у меня Бедерхан, ребят, воюет. Так, ну что, с одной плюшки выносим. Димитродон отлетает. А тут, ребят, травоядненький, это тем более. Да Николай Грюс травоядничков любит. За обе щеки просто шею им перегрызает и хомячивает. Или за лапу. Там уж как повезет, да? До свидули. Ну и последний Галимим выпал, явился, не запылился. Давай, Галимим. Тебе все равно тут ничего не светит. Двадцать одна к атаке. Смех. Пока. Все, растоптали. Ну что, ребят, я считаю, неплохо на арене повоевали. Конечно, она, видимо, уже давно идет, потому что... аж до самой, извини меня, аж до самого третьего, или как это назвать-то? Ну, короче, мы дошли с тобой до охотников, да? И, как видишь, я особо такого сильного сопротивления не увидел. То есть все уже давно сидят в доминаторах, судя по всему. Ну что ты мог бы и пакт дать? Ну, ёк-макарёк. Так, друзья, забираю здесь ПВПшку. Я думаю, ты понимаешь, да, почему я стал делать ежедневку? Потому что открыть наборы карточек у меня не получится. Элементарно. То есть это нужно открыть 3 пака. 3 пака любых, но... мне их нету. Через сколько там заканчиваются события? Через 13 минут. Так, ну что, друзья, давайте тогда, наверное, я на этой ноте буду сегодня завершать эту серию. Вот тут еще, наверное, вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.